С каждым годом столица Чувашии преображается, становится все более привлекательной. Большую роль в развитии города играет архитектурно-проектная мастерская «Мой город». Предприятие основано в апреле 2007 года. За это время фирма выполнила более 150 проектов, среди которых крупные жилые, административные и многофункциональные комплексы и промышленные здания. Архитекторы активно участвуют в подготовке генплана «Чебоксар». В проектной мастерской работают высококвалифицированные специалисты по всем основным строительным специальностям, что позволяет осуществлять комплексное проектирование объектов строительства различного назначения. Кадровая основа – это сочетание многолетнего опыта профессионалов-практиков и с опорой на молодых местных выпускников строительного факультета Чувашского государственного университета. Коллектив наш очень трудолюбивый. Одно из профильных направлений для архитектурно-проектной мастерской – проектирование религиозных объектов. Сегодня в портфолио компании их насчитывается более 30. Это и храмы, и церкви, и комплексные сооружения. К примеру, храм Святой Мученицы Татьяны. Основной заказчик мастерской «Мой город» – строительная компания ТУЗ, застройщик микрорайона «Университетский-2». Сейчас в микрорайоне проектируется школа со спортивным уклоном, рядом с которой будут находиться крытый ледовый каток и универсальный спортивный зал. Главная задача, которую ставит перед собой коллектив – это комплексное проектирование с использованием возможностей современных технологий для обеспечения комфортной, цивилизованной жизнедеятельности людей в благоприятной среде. Воплощение многих проектов, преображающих облик городов, уже сегодня можно увидеть в Чувашии и в других регионах России. Сотрудники фирмы не стоят на месте. Расширяется объем и направление работ от заправочного комплекса до междугороднего автовокзала, от дома до Ледового дворца. Результаты работы отражаются в многочисленных наградах и премиях. В 2012 году архитектурно-проектная мастерская «Мой город» вошла в Золотой фонд строительного комплекса России.